Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы, три латышские из Сан-Диего, Анжелика, Илза и я, отправляемся на утреннюю прогулку в очень колоритный каньон. Мы общаемся на латышском и английском и снимаем много видео. Илза, мы стикнарадзаямес гаду. Я так и не успела. Чао-чао! Виды потрясающие, многое понятно и без слов. Поэтому просто смотрите, наслаждайтесь солнечным и красочным калифорнийским утром и гуляйте вместе с нами. Thank you. Enjoy your hike. Так, а Латвия? Yeah, it's Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Мы сегодня в каньоне, который называется Айней каньон, и находится он в Солана-Бич. И у нас сегодня такая дамская прогулка втроем. Так что смотрите на наши приключения. Wow, this is a wow place. Šī ir tiešām absolūti unikāla vieta. Миллионы лет назад вся эта местность была под водой. Когда местность здесь стала сушей, сток с окрестностей размыл песчаник, который с годами углубил их в каньоны, которые вы видите сегодня. Вплоть до 2015 года эта территория была полностью частной собственностью, но люди ее часто нарушали, использовали это место, чтобы накуриться и повеселиться. Вандалы красили стены из баллончика. А в 2014 году популярный веб-сайт Hidden San Diego опубликовал статью о каньоне, и количество посещений закрытой территории резко возросло. Я в каньоне на этой очень узкой тропе, и пройти по этой тропе одновременно может только один человек. Вот смотрите. This is a wow. Почему каньон называется именем Энни? Потому что Энни – это давний сторонник заповедника лагуны Сан-Элихо. Она сделала щедрое пожертвование на приобретение земли. Несколько групп добровольцев удалили граффити и проложили тропу, которая официально открылась в 2016 году
под названием Каньон Эми. Сегодня Каньон Эми – хорошо размеченная, чистая и красивая тропа. Nu, kā Ilzīt? Nu, fantastiski skaisti. Neiesat pakaļ, te tikko viens pārīts aizgāja atpakaļ. Jā, mēs viņiem iemācījām teikt ātrāk, lai viņi tev saka. Augšā vai lejā? Cik skaisti. Viņi nogāja lejā. Almost there. Here comes Lydia. Yes. Oh, Ilze, last first. Last climb. Climb. Last climb. Some people were afraid, but we did it. You did it, girls. Yeah. Vietām ir. Oh yeah, that's true. Here it might work. Beautiful view. There is a freeway number 5. Very noisy. В следующих видео я покажу и расскажу вам еще много интересного про Сан-Диего. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ваша зажигалочка.